Благоустройство, контроль за санитарным состоянием и приведение объектов к единому архитектурному облику – это та работа, которая на курорте проводится ежедневно. Но есть еще улицы в городе, где архитекторам и дизайнерам необходимо активно поработать. В Адлерском районе эта улица Кирпичная. Несмотря на то, что считается она промышленной, выглядеть должна ухоженной, подчеркивает мэр Сочи. От департамента оформления и дизайна городской среды Пахомов требует подготовить эскиз обновленной улицы. Притом все буквально. Обратить внимание. До мелочей. Явно видно, что район постарался, подубрал, но и то не смог. Убирал, но до конца довести не смог. Поэтому теперь надо это сделать. Остановки, асфальтовое покрытие – все это тоже необходимо обновить. А вот витрины, подъезды и заборы – это уже вахта самих горожан. Здесь за содержание и уход должны отвечать непосредственно адлерцы и управляющие компании. Полным ходом идет и решение давней и острой проблемы – пробки на выезде с Гастелло на улицу Ленина. На стыке этих улиц хронический затор из машин, выезжающих из окрестных сел на центральную автотрассу, а также автотранспорта, двигающегося в сторону Сочи из центра Адлера, из аэропорта Красной Поляны и от границы с Абхазией. Власти курорта видят выход из ситуации в строительстве новой объездной дороги. Часть транспортного потока с Гастелло, Кирпичной, Петрозаводской, часть совхоза планируется направлять в район улицы Православной и по ней до выезда на федеральную трассу в районе кафе «Олеся». Строительные работы сейчас идут полным ходом. Сегодня 1,5 километра новой дороги уже мы видели построено. И до Дня города будет отремонтирована вся улица Православная. Таким образом, у нас появится возможность пустить практически весь легковой транспорт не по улице Гастелло, а вот в объезд на улицу Православную. И здесь вот выехать уже на федеральную дорогу. С учетом того, что мы эту дорогу строим, мы просим, чтобы жители понимали, что домовладение в разы увеличится в стоимости. А это значит, что сейчас они должны правильно понять, что надо привести к архитектурному облику свои объекты. Технические и организационные моменты, а также сколько полос будет на новой дороге, будут решать сотрудники ГИБДД. А дорожники продолжают искать альтернативные проезды для разгрузки адлерских дорог. Мы легковой транспорт с улицы Гастелло пустим в район выезда, будет в районе Олеся, и со временем в район Известия смогут легковые выезжать с улицы Гастелло. Также рассматриваем проезд с Гастелло на аэропорт по улице Банановой, как вариант выезда людей в ту сторону, тоже, в то направление. Также хочу сказать, что по Адлерскому району еще ведутся работы по 8 улицам, которые у нас в планах ремонта стоят. Расширение и строительство новой, как называют ее специалисты, технической перемычки, которая призвана решить проблему пробок в центре Адлерского района, в стадии завершения. В тестовом режиме дорогу запустят совсем скоро. Дорожники планируют открыть объект раньше запланированного срока. Инга Габейша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.